Грабителей задержали в Кумтор-Калинском районе Дагестана. Трое жителей республики обвиняются в краже бытовой техники, а также предметов быта на общую сумму около 400 тысяч рублей. Как установило следствие, задержанные вскрыли окно комнаты на первом этаже дачного коттеджа, похитили люстры, металлическую и керамическую раковину, причинив хозяину дома значительный ущерб. В дальнейшем с этими вещами что вы собирались делать? Думали, то, что можно продать, продадим. Вырученные деньги разделим. Вообще, сколько раз вы в дома заходили? 2 раза. И все это в Кумтор-Калинском районе, да? Да, на Черных Камнях. В содеянном раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь полностью. Готов возместить ущерб. Сейчас задержанным грозит лишение свободы до 6 лет.